Мнения саратовцев разделились, но уж точно равнодушных среди опрошенных не оказалось, ведь кино любят все. К другим темам. Вовсю готовится. 12 апреля страна отметит День космонавтики. В Саратове основную площадку места приземления Юрия Гагарина планируют посетить более 5000 человек. В их число войдут как жители области, так и делегации из других регионов страны. Об этом заявили специалисты на пресс-конференции в правительстве области. В рамках праздничной программы для жителей Саратова и Энгельса будут открыты несколько площадок. В частности, 12 апреля на набережной космонавтов состоится митинг, а после него автопробег байкеров от памятника Гагарину до места его приземления в Энгельсе. Основные торжественные мероприятия запланированы именно там. Организаторы говорят, приготовили много сюрпризов для зрителей. В этом мероприятии спортивный блок будет располагаться также в рамках этого мероприятия, этой концертной программы. В них примут участие спецподразделения ОМОН, Главным управлением МВД России по Саратовской области, с привлечением БТР-80 и спецавтомобиля «Тигр». Одна из последних частей нашей концертной программы будет называться «Миссия мира», и она будет посвящена танцам народов мира, как бы вот всем зарубежным странам, где побывал после полета своего действия Юрий Алексеевич Гагарин. То есть мы хотим охватить те 30 стран, где побывал когда-то наш первый космонавт.